Хей, Ютубу, хей, ВК, с вами я, Болтариан 2, и да, сегодня мы с вами играем в Hello Neighbor Mod Kit. Это у нас мод, что-то там 666 Street или Street 666. Ну, короче, улица 666, простыми словами. Для тех, кто не в курсе, 666 это у нас знак зверя, то есть, ну, это в Библии, так, по крайней мере, говорится. Короче, да, в общем, как вы помните, в прошлой серии мы с вами, во-первых, нашли ключ-карту, открыли ее. Что я сказал? Во-вторых, мы с вами нашли синий ключ, там, через многие способы, спустя многие способы. Лошара, ха-ха. Юпо. Какой-то ты странный, Петр. Какой-то нелогичный, на самом деле. Также мы с вами нашли с помощью, там, сделал там всякие шняги, собственно говоря, синий ключ. И открыли синий замок. И нам остается только найти гребаный лом, чтобы открыть доски. Да, вот так вот. Постой там, хорошо. Ты не ори там, чувак. Все будет пучком. Нам просто нужно будет сейчас поискать немножко ломик. И все будет пучком. Все будет замечательно. Погнали, второй этаж еще поищем какой-то. А, это там снизу. Так, это что такое? А, вот, понятно. Так, что-нибудь есть? По-любому что-нибудь есть. Ничего нет? Ну, понятно, ладно, тут я ошибся. Что-нибудь здесь нет? Ничего нет. Ну, вообще, просто так. Короче, пройти-то, пройти, а. Вот. Мы что, серьезно, не можем пройти, что ли? Ну, по сути, мы можем там пройти, да? Ну, мы же можем здесь пройти. Зачем вы меня обманываете? Зачем вы меня обманываете? Мы тут можем пройти. Ладно, так, что-нибудь есть? Может, не тут валяется, нет. Вот она, ванна. Оп, мы открыли кран. Ну, не кран, а вот эту вот. Душевую, как она там называется. Точно же ничего нет? Нет. Подожди, мне кажется, он должен стучиться к нему. Ну, естественно, нет, что вы думали. Так. Нет, шкаф мы не можем открыть, это не секретный выбор. Так. Тут ни хера нет. Ну, судя по всему, так, давайте еще в этой комнате, в всякий случай, проверим. Мне кажется, тут что-нибудь должно быть. Ну, не зря же мы все-таки... Блядь. А что сейчас... А, потому что мы смотрим на ярко, да, и, короче, я понял. Я просто испугался этого. Так. Давайте на гитаре поиграем, давайте. Нет. Магнит нафиг просит. Возьми. Давай, сыграем на гитарке. Родимой. Давай, ну же. Ну. Я не знаю, каким макаром наш главный герой умеет играть на этой гитаре. Возможно, он... Возможно, он умеет. Возможно, мы что-то не знаем о нашем главном герое, все-таки умеет. Ну ладно, так. Я тебе говорю, чувак, все будет хорошо, я тебя тут достану, так. Вот на банка. Подождите, а можем вот так вот сделать? Твою мать. Вот так вот. Что-то не работает. Что такое-то, алё? Что-то так... Вот! Мы смогли, отлично, замечательно. Можно чуть-чуть. Не спрашивайте, что я делаю, просто хочу позаниматься какой-нибудь фигней. Так, подождите, подожди. Серьезно? Вы сейчас серьезно? Он тут лежит такой, никого не трогает, да? Я там ищу, что-то ищу. Вот опять же. Вот эти мои тупые игры, они мне помогли найти ломик. То есть, вы понимаете, да? О-хо-хо. За ноги меня поймал, такой ухо-хо. Извращуга ты, Пётр. А ты пройдешь?
Вау, вот эта атмосфера еще выглядит. Не атмосфера, то есть такое. Не очкую и все, пацаны, к тебе уже иду, главное, чтобы Петр не вырвался ко мне. А он все-таки ко мне вырвался. Скотина. Вот твоя тварюга. Опа. Опа. Ку-ку. Стоп. Петр, ты такой юморист на самом деле. Ты прям капец. Я прям тебя обожаю. Я прям тебя люблю, Петр. Только не мешай мне, пожалуйста, хорошо? Замечательно. Да нет, подожди, стой. Знаете, вот. Нет, хотя нет, кстати, я не хочу выкинуть. На тему. Зачем мне вот? Вот на тебе доску еще. Вот на доску. Из доска вы моя тоска. На. Ладно. Давай, иди сюда. Иди сюда. Чё, опять застрял, что ли? Ну чё тебе? Ну чё тебе ничего вообще жизнь не учит? Ну алё, ну кто там? Ой, блядь. Что за... Что за хрен найти? На, держи. Ловим, берем, открываем и... Подождите. Эта музыка не мешает, подождите. То есть, по идее, сейчас подождите. Стоять. Так. Вот, все, короче, эта музыка наконец-таки прекратилась. То есть, вот у нас концовка, это прекрасная музыка. Не, серьезно. Эта музыка мне нравится. Кстати говоря, она вроде бы в Hide&Seek краски была. Несмотря на то, что мне Hide&Seek как бы не нравится, но музыка там мне, в принципе, нравится. Ну, как и во всех, в принципе, частях Hello Neighbor, независимо от этого. Так, короче. Это у нас дабл мод Hello Neighbor Street 666. Ну, короче, улица 666. Так. Thanks for playing. Спасибо. Правда, единственное, я как бы, ну, не понял концовку. То есть, ну, высвободили мы типа того пацана, который являлся картонкой, причем. Да, как бы это странно не звучало. И, собственно говоря, и что? Да, высводили мы того пацана, тем более, учитывая то, что он являлся картонкой, и что? Что мне это дало? То есть, мы зашли картонкой, что? Зачем? Почему? Нахрена? При этом же как раз этот пацан был жив. То есть, ну может это хотя бы... Да нет. Хотя, стойте, когда вышел этот мод? Нет, стойте, он вышел уже после выхода Hide and Seek, я это помню. Ну все, значит, можно было поставить в конце-то концов модельку этого сына соседа из Hide and Seek, если он хотел так. Или это невозможно. Я не знаю, короче, ребят. В общем, да, ребят, вот такой у нас получился мод Hello Neighbor, улица 666. И да. Ну, в принципе, мод неплохой. Ладно, признаю это, мод, в принципе, неплохой. Да, в нем были такие странные моменты, но как бы мод-то сам по себе неплохой. То есть, ну, такой нормальный мод. Такой, ну, среднестатистический мод на Hello Neighbor Mod Kit. Ну, да, вот так как-то. В общем, да, ребят, вот мы с вами прошли этот мод. И, кстати говоря, да, вот после этого мода у меня остается еще один мод, и у меня опять возникает дефицит модов. Да, я, конечно, попытаюсь еще поискать какие-нибудь другие старые моды, но пока что, если я не найду никаких, тогда у меня снова возникает дефицит модов. Да, я не знаю, почему так, ребят, происходит, то что... Серьезно, модов стало очень мало, прям капец как мало, я прямо кричу, их стало очень мало. То есть, а те многие, которые есть, они либо хреновые, либо вообще не рабочие, то есть... Именно нормальных модов, ну как, уже стало абсолютно мало, то есть... Совсем мало нормальных стало, во-первых, выпускаться, а во-вторых, просто осталось мало. Так что, ну, я не знаю, что будет дальше с этой рубрикой, то есть Hello Neighbor Mod Kit. Не знаю, что с ней будет дальше. Ну, в общем, да, ребят, с вами был я, Apple 3.2, и всем пока.